всегда тянет меня вперед. Запах. Я сегодня чувствую запах. Сегодня прохладно. Это такая прям вот осенняя погода. Теплая, вот чувствуется прохладно. Очень классно. Ночью был дождик. Сейчас прям свежестью так пахнет. И сосновыми шишками. Как все пахнет, Эль. Кто там? Мышки? Где мышки? Белки? Где белки? Понеслась. Козочка моя.
Почему мы гуляем одни? Хороший вопрос. Потому что мы ни с кем не дружим. Вот вам ответ. Мы очень плохо общаемся с другими собаками. Мы на них нападаем, гавкаем. Не мы, конечно. Собака моя. Элечка. Она нападает. Ну, все от того, что она их боится. Вот они сразу мы не стали с младенчества дружить с собаками. Так вот. Мы не дружим до сих пор. Ни с кем. И одно неплохо. Она вот развлекается, белок ищет, ловит. Что-то нету белок ни вчера, ни сегодня, ни неделю назад мы гуляли по лесу. Белок нет. Ушли в спячку. Они, конечно, не ложатся в спячку. Но почему-то их нет. Готовятся, наверное, к зиме. Шубу меняют. Идем сюда. Иди сюда. Эли. Про дружбу с собаками. Когда она была маленькая, ну еще до года, она ко всем собакам приставала. Страшная, большая, маленькая, неважно какая. Она ко всем собакам бежала играть. Ну, как все дети, наверное. А потом... Иди сюда, Эль. А потом ее напугал лабрадор. Ее напугал. Или меня. Уж кого больше не знаю. Но просто с тех пор она стала на всех собак огрызаться. Она стала бояться, огрызаться. Увидит их издалека собаку. И бежит, кидается на нее. Было вообще невозможно ее отпустить с поводка. И все время я озиралась, смотрела, нет ли рядом собак. Потому что она обязательно на них накинется. Особенно если это лабрадор и если это большая собака. Овчарка, неважно. Потом мы научились просто стороной их обходить. Вот вижу вдалеке собак. Пока она еще не увидела ее, я пытаюсь развернуться и пойти в другую сторону. Я понимаю, что надо было именно тогда дружить с собаками, приучать ее с собаками. Но сами понимаете, собак приучать это одно, а другое дело, когда хозяева этих собак не хотят, чтобы на их подопечного гавкали, тявкали и все тому подобное. Вот так мы гуляем одни. Было пара хозяев, которые говорили: собаки сами разберутся, пусть они погавкают друг на друга. Ну, пару раз мы с ними встретились, а потом они стали нас обходить стороной. Вот так-то. Мы и не стремимся ни с кем дружить. Но мы вдвоем неплохо. Подходим, разговариваем. Я хожу и разговариваю сама с собой. О чем-то мечтаю, о чем-то думаю. Я, в принципе, всегда одиночка. Всегда одна и всегда в думах и в мечтах. И собака у меня такая же.
что ж так хорошо в лесу? Сегодня 17 октября 2020 года. Вот осенью вот так запахло, вот именно вот сейчас вот похолодало. Градусник показывает плюс 7 градусов. Но мне кажется, сейчас больше градусов. И вот пахнет осенью после дождя в лесу. Так классно. Я вообще обалдею. Посмотрела, что я здесь рядышком. И дальше побежала. Кто там? Ворона? Ну-ка, стой. Стой, Эли, стой. Стой, стой. Что у тебя вот здесь? Ну, просто. Я подумала, что клещик не прицепился. Сегодня звала мужа на прогулку с нами, но он не захотел. У него есть другие заботы, другие дела. Он поедет на рынок купить картошки, овощей, в магазин. А мы погуляем часок и пойдем домой. Тоже заниматься своими делами. Листва уже вся опала. Она увидела издалеке собаку. И все, вернулась ко мне. Дальше не побежала. В нашей ситуации это большой плюс. Это намного лучше, если бы она ее видела и бежала бы на нее кидаться. Я первое время пыталась ее поймать. Она бегает вокруг собаки, которая на поводке у хозяина. Она бегает вокруг, а я бегаю за ней следом. Это вообще была смешная ситуация. Я ей говорю, фу, или нельзя. А мне кажется, она слышит тату, хватай. И она начинает еще больше разодориваться, еще больше гавкать и выкать, и меня не слушать. Это был цирк. А потом я просто перестала на это обращать внимание. Начинает она гавкать. А я ей говорю, все, хватит, пошли. Отворачивайся, иду в другую сторону. Хозяева собака. Не понимает такого. Что это? Ну, потому что она не понимает, фу, когда гавкает на других собак. У меня как будто бы мозг отключается, и она не понимает, что я говорю. Не слышит ни меня, ни команд, ни своего имени. А когда я разворачиваюсь, говорю, хватит, пошли. Она видит, я ухожу и бежит за мной. Вот такая странная. Странная дрессировка у нас такая.
красиво все. Я люблю осень, особенно вот теплую, солнечную, красивую. Шалаши кто-то построил. Надеюсь, там никого нет, по ним посмотрю. В прошлом году, до самой глубокой осени, не в этом месте, немножко ближе к нашему дому, жил мужчина, ну, так называемый бомж. Вот он все время жил под деревом, вокруг него куча бумажек, мусора, чтобы люди видели и не хотели туда прийти посидеть. Там тоже какой-то маленький шалашик. Не знаю, кто этот строил. Может быть, дети. Дети иногда строят, играют. Ну, там и постели, на поролоны какие-то, коробки. Может быть, тоже он же приходил. Я его потом видела в центре города. В этом году уже. Летом. С теми же узлами. Такой же чумазый, грязный, просто, наверное, идет, прям вот ложится со всеми своими узелками, полежит и наверное, дальше пошел. Не знаю, как люди так живут и что с ними случается, что вот в такой ситуации оказывается. Может быть, им нравится так. Безвыходная ситуация. Ну, не знаю. Не дай бог никому попасть в такую ситуацию. Мне не доводилось общаться с такими людьми. Может быть, кто-то рассказал бы свою историю. Я бы поняла, почему так происходит. Потому что внешне этот мужчина, он не был похож вот на алкаша, там, на алкоголика, который днем и ночью пьет. Нет, он просто, ну просто вот бомж. Просто с грязными узелками, грязной одежде, обросший, немытый. Но я бы не сказала, что вот внешний вид у него не был алкоголика. Как-то однажды его видела, его в центре города, он сидит напротив моей работы и смотрит куда-то по сторонам. И прям подумала, что вдруг это, вот он, такая маскировка у него, и он так следит за кем-то или за чем-то, за объектом стратегически важным. Дала волю, так сказать, своим фантазиям. Как же я люблю собаку свою. Вот она бегает, радостная. Вот в ней столько счастья. Вот просто она вышла со мной погулять, и вот столько в ней счастья. Вот она ищет, а если еще белку найдет, вообще в ней будет самая счастливая собака. Я ее за это люблю, что в ней столько радости. Когда я ее только взяла, фотографию выставила в интернете, и мне один товарищ пишет: ох, намучаешься с ней, это же Джек Рассел,
Это же такая неугомонная, непослушная, все портит, ломает. А вот и нет. Она дома очень ласковая. Ну, вначале было, конечно, у нее несколько подвигов. Что-то портило. А сейчас повзрослела, и все у нее хорошо. И у нас хорошо. Я вот пока на работе, среди недели могу погулять только вечером с ней перед сном. А утром не гуляю. Утром сын гуляет или муж, когда во вторую смену. И она скучает очень. И вот суббота, она чувствует, что я дома, и зовет меня гулять. Вот мы гуляем с ней долго, она радуется. А я радуюсь вместе с ней. Утро. Вот нужно прискакала.